Здравствуйте, дорогие зрители! Продолжаем обсуждать пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ, на YouTube-канале «Телеклуб Оксаны Гетман». И я вас, как всегда, прошу определиться со своей фавориткой. Кто из девочек вам нравится больше всего? И поскольку у нас тема конкуренции и как-то с темы Лолы и Алисы мы перешли в тему дружбы на проекте, то позвали участника проекта «Холостячка» Андрея Рыбака. Он рассказал о своей дружбе с Сашей на проекте, о том, что он готов был пойти ради Саши и уйти с проекта, а вот Саша не готов был, просто потому что Саша действительно влюбился, и Андрей вроде как бы и не обижается на это. Ну и, конечно же, к Лоле вызвали Алису. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!